Пожалуйста. Сначала, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники и гости новогоднего переполоха. Вас приветствует команда «Белая ромашка» и представляет Новый год в Бельгии. Королевство Бельгии – небольшое по размерам западноевропейское государство, равное примерно нашему Афинскому району или в два раза меньше Баунтовского района, входит в союз Бенелюкс, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Название Бельгии происходит от старого племени стародавнего кельтского происхождения белгов. И вообще, наш Новый год привез в Россию Петр I после своей учебы и работы в Голландии и Бельгии. Праздник Новый год в Бельгии, так же как и в России, это семейный праздник. Богатый Новый год, на новый стол, хорошая примета для благополучного Нового года. Есть место и особому напитку, так называемому слэму. Это смесь горячего молока, чая с добавлением сахара, корицы, цедры лимона, шафрана, гвоздики и мускатного ореха. И особая плюшка, так называемая кирсброден. Все это сопровождается громким ревом, рождественский рок, вейдвингеру, отгоняющий все нечистые силы, чтобы они пролетали мимо этого дома. В Новый год может заглянуть и бельгийский Санта-Клаус, святой Николай, сам Никола, и поздравить вас всех с Новым годом. Фройес мойс я, бонане, с Новым годом! Какие зеленые настоящие твои листья! Ты зеленеешь не только летом, но даже зимой, когда идет снег. О, елочка, елочка, какие зеленые настоящие твои листья! А елочка, ты можешь мне понравиться. Как часто не только зимой, еще какое-то дерево мне там нравилось. О, елочка, елочка, ты можешь мне понравиться.